США захлестнула волна насилия. По сообщению местных властей, в городке Тарпон-Стрингс неизвестный мужчина застрелил полицейского. Преступник уже арестован, однако мотивы его действий неизвестны. Также стрельба прозвучала в городке Рокфорд, штат Иллинойс. Убиты 4 человека, в том числе 2 детей 4 и 6 лет. Частный дом, в котором произошло преступление, оцеплен. Ведутся поиски преступника. Основная версия случившегося – конфликт на бытовой почве. И вновь.